Йоу, друзья, всем привет, с вами снова я, профессионал енот, Фиалка, Нубик и Тюбик, поздоровайтесь! Всем привет, ребята! Привет, ребята! Привет, друзья! Сегодня мы вновь будем играть в кошки-мышки. Да, был у нас недавно видос, в котором мы играли в кошки-мышки. Сегодня мы будем играть немножечко побольше и определим, кто будет котом, а кто мышкой, благодаря вот этому раздатчику, в котором есть сыр и рыбка. На что? Да. Ну я давай. Я готов отдать свое место сразу, не хочу. Давай, давай, Нубик, и подходи сюда, подходи. Я хочу. Давайте. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень. Камень, ножницы. Так, ну все, давайте. Всё, мы вдвоем камень. Считайте, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Бумага. О, все. Стой, стой, стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Проиграл? Давай, нажимай. Я? Нажимай. Я? Опа. Кот! Это что? Нажимай ты теперь, Тюбик. Ну ладно. О, мыша. Так, теперь кто-то из нас. Ну давай, давай, ты уступал. Опа, что выпало? Сыр. Сыр, я давай мыша. Сюда. Опять это мне мыша. Выпало. Ты нажал, я мыша. Так, мы с Тюбиком мыша, ты я мыша. Понял. А я кот. Мы а вы коты. А я что, кот, который умер или что? Да нет, почему? Ты кот, же которому попалась плохая рыба. Короче, ребята, переносимся в кошки-мышки. Ребятушки, вот мы здесь с Тюбиком, короче, мы мышки. Нам теперь, о, смотри, тут, короче, другая карта, походу. Надо искать, да, короче, другая давай. Карта. Надо мог использовать. Кормить, кормить, кормить. О. Так. Так, так, обалдеть. Так. Смотри, а что у меня есть, Тюбик. Что с ним делать? Смотри. Ого, что это а такое? Что нажимать? А? Понял, да? Какой вентилятор? Ух ты. А, вентилятор такой, не знаю, настольный. Ух ты, что я нашел. Ух ты, что я нашел. Че ты нашел, а? Да неважно. А где мыши появляются? У него перчатка есть. Я видел только что, он пробежал мимо. Куда полетел? А ну, где ты? Так, а ну, а ну. Вау! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот мышка! Это вообще? Иди назад! Тотальный. Смотри, коты бегают. Ты коты бегают, короче, не могут понять, где я. Так, нормально. Ищем холодос. Хорошая идея, енот. Ищем холодос, я его нашел. Так, это мы выбрасываем. Я упустил эту это мышь. Берем. Нет, стоять! Ай! Енот, это было берем. Очень близко. Чё такое там? Опа, он так. Чё, меня один раз ударило. Опа, опа, ударили тебя? Я уже спёр курицу. Я бегу. Давай, давай, давай. Так, несу целую курицу. Ходи, кормим. Мишка. Кормим, кормим, кормим детей. О, блин, нет, отстань от меня. Куда? Отстань от меня. Какого фига? Ого. Да что ты хочешь от меня, а? Да я хочу блин! Тебя задолбать. Офигеть, нифига себе, у него какая штука! Тихо, блин! Короче. Тихо, тихо, тихо! Да успокойся ты! А, хватит! Ты что, издеваешься? Ой. Так, тихо, где тихо. Ты? Где нора, блин? Алло! Вижу, ага, вижу. Норы тебя. Не вижу. Так, тихо, 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 тихо. О, блин, в норку быстрее! Ху-ху! Ты. Так, я кормим! Тебя достану. Отстань! Блин, ты чего сюда залазишь? Ого. Так, я нам надо. Там достану. Нам надо, короче, не достанешь. Чего? Я, короче, скидываю еду всю на пол. Давай, кидай, кидай, кидай. А ты так, ее тихо, сможешь тихо, поднять тихо. Потом. Опа. Как тебе идея? Опа, опа. Давай, ты к холодильнику. О, смотри, я бегу за котом, короче, прямо. Опа, опа, ай, тихо, опа. Енот, у меня проблемы. Хорош. Давай, давай. У меня тоже проблемы были. Я сюда сейчас иду тоже. Все, я здесь. Ой, блин, офигеть. Так, все, я спрятался. Опа, я взял, короче, консерву. Скидывай, скидывай. Так. Я бегу. Тихо, 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 тихо. Могут быть проблемки. Да, не надо. Бегу. Не надо. Да не надо. Ай! Ай, нет! Вот. Он меня все, он меня поймал. Тебя блин, поймали? У меня. Баллончик закончился у меня, я не смог убежать. Блин. Серьезно. Так, ой, я с консервой появился. Я кормлю. Так, покормил, отлично. Куда собрался? Баллончик да. Больше не алло, не работает. Надо, короче, найти что-нибудь еще. Куда так, вижу, собрался? Вот баллончик. Лови его! Сюда, сюда, сюда. Слушай, пока! Я да что это такое? Давай убегай, убегай. Я пытаюсь тоже здесь свалить. Так. Опа, опа, сюда. Ой-ой-ой, так, хорошо, вроде что тут можно еще получается. Стырить? Нет, здесь нельзя. Так. Да, пока подожди. У нас все хорошо. Ху-ху-ху, офигеть, ай!
Я покормил. Корми еще, я надо еще срочно. Опа. Отстань, дурной кот! Нет, отстань, я отстану, отстань! Я вообще урон тебе наношу, я не понимаю. Нет! Почему? Ну, потому что. Зато там ты меня с одного удара поймал. Так, да блин, снова я не туда прибежал. А, так я тебя раз ловил, да? Да, поймал один раз, я же сказал. Так, сюда. А я думал, что я тебя вообще еще ни разу не поймал. Кормим, надо мышку кормить быстрее. Опа. Не надо, у меня проблемы, у меня проблемы. Какие у тебя проблемы? Так, давай. Опа. Сейчас у вас там один ребеночек скоро. Я иду! Опа! Давай! Как летать на фене, ребят! На чем? Куда собралась? Опа! Капец! Опа! Я нашла как! Я, короче, на метле с яичком лечу! Смотрите! Опа! Я вижу! Опа! Так можно? Можно! Можно по-всякому, так. Залетаем сейчас в нору, короче. Опа, да отстань ты меня со своей перчаткой. Нет, не отстану. Лучше бы взял что-нибудь другое. Лава. Так, сюда, нет. Опа, спускаемся. Тут кот с вентилятором. Спускаемся, опа. Так, забегаю внутрь, быстрее. Да. Фу, я успел, так, кормим вот эту мышку. Опа. Я хочу взять. Хорошо, опа. Вот блин, это... дурной баллончик пустой. Быстрее. Нет, а ну ты сюда. Метлу. Что метлу? Я потеряла опять. Все, я улетаю. Давай, улетаешь. Зачем? Капец, 2 секунды осталось. Все, время вышло. Ничья. Мы победили. Получается. Почему ничья? Ну, написано ничья, но, наверное, так как у вас не померла ни одна мышка. Наверное, мы победили. Наверное, так, да. Теперь, короче, меняемся ролями. Ну что, котики уже на месте. Сейчас будем искать наших мышек. Так, ребята, это я беру. У нас детки какие-то зеленые. Опа. Опа. Что? А как взять это и то? Мышки наши какие-то зеленые. А какие вы взяли? Ну, приболели, наверное. Я лучше вот это возьму. Фу-ху. А чё там интересное ты такое взял, а? Так, я взял очень интересную штуку. Взять. Вон уже мыши летают, смотри. Где? Так, давай. Тебе это кажется. А опа. Как ты подбирал, енот? Я поднял на кнопочку F. Так, мышка сзади вот, опа. Окей, куда ты пошел? Скажи мне, пожалуйста. Кто? Куда пошел? Так, а что? Так. Уже у нас воруют. Воруют харчи. Так, воруют. Он сейчас что-то собирает. Так, слышишь ты? А ну давай сюда спускайся. Смотри, стоят там, а? Так, что тут у нас? Мясо. На. А, меня кидают! Улетай, уходи, улетай. О, так. Блин. Ну все, слушайте. Вы попали. Меня зажимают. Кто мы попали? Сейчас я буду делать отбивную. Эч. Надо кормить детей! Куда? Я иду. Не надо вам ничего делать. Так я покормил одну. Опа! Куда? Привет. Давай, иди сюда, ты. Пока. Куда пока? Так, он запрятался. Где? Как? Я не вижу, блин, алло. Так, ну-ка. Вот перчатка валяется, кстати. Так, давай, надо сюда добежать. Опа. Это что такое? Взяла там все. Это что такое? Что такое у тебя там, а? Не знаю. Я совсем не добежала. Что такое там, а? Я справился. Так, надо, короче, следить за всем происходящим. О, смотри. Да, надо следить. Мыша. Какая-то тут. Ого! Кто это так стул метает? Стул метает? Так, ну-ка. Да. Опа. Что такое? Что такое? Опа. Ты что, уже свалил, а? Вон он. Я там еще сижу. Да. Сидит так, он там. Так, давай так, сюда иди, слышь. Опа. Смотри, ой! Зачем? Ой, сейчас будет тебе. Ой, так. Я бегу сюда. Сейчас закончится баллончик и все. Ой. Что, я успел покормить, не все равно. Ну и пожалуйста, подумаешь. Блин, тут подушки разлетелись во все стороны. Что с этим делать, а? Это жесть, я а? Пока не знаю. Ладно, короче. Че ты там ходишь? Ой, а что такое? Так, короче, у меня ой, есть а что такое? Ой, а что такое? А что такое? Да ничего. Так, ладно, я пошел, короче. Вижу тут еще одну мышу сейчас. Смотри, можно летит. А почему? Ага, ты. Да? Или как метлой управлять, подскажите, плиз. Ой. Да давай, ты, алло. Мышка забежала. А как спуститься? Ой. Да что за фигня, почему ты где вообще? Вон он улетел. Так. Как это метлой управлять? Подумай своим мышиным мозгом. Так, давай. Волшебная метла.
Давай. Наверное, на кнопку мыши. Да это жесть, как попасть по нему? А я уже разобрался давно. Разобрался он уже. Так, у меня сейчас закончится, значит... Закончится, значит, мое средство передвижения. Надо говорить, взять вот это. Есть? А почему? Что такое? Я их закрыл, они теперь отсюда не вылезут. Не вылезут? Как ты их закрыл? Вылезем. А вот, смотри. Нифига, серьезно закрыл? Опа, есть, кого-то завалил. Здорово. Ребята! У тебя еще 3 жизни, не забывай об этом. Поймали мышь. А, вон он улетел на метле своей. Вон он летит, этот колдун мышиный. Слышь? Лечу. Давай сюда лети. А? Куда сюда? Мышка, кушай. Сюда. Блин, он улетел. Они не хотят есть. Он улетел. А, что наделал? Ой, дурной, что наделал? Давай сюда ко мне. Почему они есть не хотят? Не знаю. Может, они не голодные? Да нет. Ну, типа, ага. Голодные. Ну-ка, опа. Так, а что с мышами? Так. Реально. А что с мышами? Они не хотят есть! Ага, все получается. Ну... Проигрыш или что? Не знаю. Так, ну... Я вроде вот с яблоком, но они что-то не хотят. Я с печеньками. Так, мне надо взять еще эту штуку. Ой, наши яйца закидывают. А, ну пусть кидаются. Ну-ка, опа. Ой, да блин, ё-моё. Так, вот это берем. Что ты там делаешь? Я... Окей, ладно. Ничего. О, а это мне понравилось. Ну и что? Прострелял всю пушку, блин, а я не умер, меня просто застанило. Что за фигня? Что все? А тебе, когда ты станешь, тебе надо еще типа добивать там с руки, допустим, или что-то типа такого. Я понял уже. Так, ну-ка сейчас посмотрим. Ой, я вижу мышу, мышу побежала. Какую мышу ты видишь? Вон он, я вижу его тебе тоже. Тебе кажется. Так, давай за ним. Опа. Кстати, почему я спрей выронил? Ну так нечестно. Давай, 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 бьем. Где он? А, все уже, что ли? А у нас никто не умер тоже. Ну, тоже ничья получается. Ничья? Ну ладно. Получается, мы выиграли. 1-1. В общей сложности ничья, да. Теперь, короче, давайте я буду с Нубиком котами. Давай, а Фиалка с Тюбиком будут мышами. Третий раунд, мы с Нубиком, короче, коты. Можно так вот, короче. Давай за мной сюда, давай. Давай, опа. Давай. Тут надо, короче, вот здесь можно взять. Опа. Опа, вот так вот можно взять. Так, а что еще тут можно взять? Здесь еще можно вот это взять. Опа. Что это за сирена, а? Ну зачем мне с тобой надо было идти? Так там вентилятор возьми. Вентилятор бери. Так, давай сюда. Мне бы баллончик. Какой тебе баллончик? Я тебе сейчас сделаю баллончик, а? Ты где? Опа. Да мне надо баллончик, отстань. Вау! Куда вау? Улетаю! А можно... Так, у нас грабят, Нубик, уже грабят, быстрее! Я иду. Ой, я кого-то граблю, вижу. Я не граблю, мне надо кормить детей! Грабишь. Куда собрался? Это я куда взять не могу. Собрался? Я не знаю, кто ты, но иди сюда. Я возьму сыр. Читерство то, что ты появишься вместе с сыром в руках. Понятно? Вот это читерство. Мне надо найти какое-то оружие срочно. Нубик, давай быстрее, тут сковородки на кухне есть, бери. Я нашел. Одну мышу я уже поймал, а вот вторая, лови ее, лови. Так, опа. Опа. Это капец. На. Поймали коты двух мышей уже, хорошо. Что там говорила Фиалка? Очень плохая карта, ребята. Что, плохая карта, очень нормально? Очень плохая. Я сейчас взял вообще крутую тему. А, ну не знаю, мне кажется, она не работает так, как должна. Полезная. Так. Ты что, меня ударил только что? Ну да, а чё? Нельзя, что ли? Ну ладно. Мыша где-то здесь. Опа. Да, я слышу, вон она идет. Опа. Куда ты, а? Куда стоять? Куда ты, маленькая мышка? Да нет, ну ты ж не выйдешь, ты понимаешь? Так, а где здесь пушка, которая, короче, стреляет, а? Опа, куда летим? Домой! Нет, никто никуда летит. Так, какой поезд? Какой поезд? Куда? Что происходит? Так, ну-ка, я бы хотел пушку найти здесь. Где пушка, блин? Так. Давай. Ой, я нашел перчатку. Ладно. Пушкой ты просто станешь. Надо еще добивать, подходить. Да я понял. Так, ладно, я возьму, короче, перчатку. Так, опа. Опа, все, я бегу. Ой, кто это тут куда бежит? Ты где вообще? Ты где вообще, а? На тебе. Опа. Кто это там бежит? Ребята, вообще, я мирный, не надо, не нападайте. Нет, ты не мирный.
Уйди! Кот споткнулся. Я попал! Лови! Нет! Несет, Нубик! Нет! О, несет! Нет, нет! Не трогай! Ай-яй-яй! Мне больно было вообще! Так, мы... Самое сердце! Профессиональные коты! Опа, так, мне надо найти, короче, еще какую-нибудь пушечку или что, я даже не знаю. Галка, надо их кормить, наших детей. Кормить им надо детей. У тебя свои дети, у меня свои дети. Где они? Мыши почему-то снова не кормятся. Мыши не кормятся? Они не кормятся. Капец. Ты, может, что-то не так делаешь, а? В смысле, не так? Я принесла еду. Куда? Ой, ты что, ты деревешься? Где? Сюда иди. Я бегу. Возле холодоса. Я понял, я бегу. Так, сейчас поймаем его. Ну-ка, ну-ка. Да ну я ж бью, какого фига? Пачка. Не попадаешь, не попадаешь. Опа, опа, все. Я успел взять. Ой, ты на поезде поехал, давай. Домой. Так, мне нужен новый огнетушитель. Я нашла полку с баллончиками. Да уж, да. Полку с баллончиками? Нубик, да. Вот она, лови ее! С куском сыра бегает в руках. Не трогайте меня! Вы меня уже поубивали! Ай, да ты мне по голове отвесил! Ай, так. Ну бывает. Блин, на. Опять! Так. Так. Куда? У меня мало огнетушителя. Ё-моё, я сейчас не смогу. У меня один прыжок остался. Где она? Не трогайте меня! Наверху на полке. На полке? Да. Так, я пошел за огнетушителем. Почему я не могу выше подниматься? У меня не заканчивается вентилятор, а типа заряд. Так ты правую кнопку нажимай, а не пробел. Так, я нажимаю. Должно заканчиваться. Галка, ты хоть чего-то покормила? Куда банан побежал, алё? Куда? Да, да, да. Не надо, я же нормально с вами. Лови! Лови его! Серьезно, он убежал, да блин! И Фелка тоже убежала. Я поняла, кажется. Кого ты поняла, так, а? Так, почему еда не бралась? Она багается, типа. Помни? Еда багается? Да, я несла теперь две еды. Вот. Нифига себе. Вот оно что. Я его прям там завалил, вон он лежит. Я успел покормить, корми, корми. Так. Я успел. Это что было? Да я не знаю. Ну, в целом, никто не погиб, так что ничего тоже не засчитывается. Я успел троих покормить. Он же там седой. Общая ничья или как, наверное? Ну, у нас еще один раунд впереди, не забывай, Нубик. А, еще один. Сейчас мы мыши с тобой, а они коты. Финальный раунд, ребятушки. Сейчас мы пойдем. Погнали за мной. Где ты? Мы с Нубиком мыши, короче, начнем отсюда. Сейчас будет секретный план. Так, бери здесь сразу эту тему. Ты уже что-то успела взять, я смотрю, да? Опа, да ё-моё, упал. Так, я взял. Все, пошли туда, пошли туда. Ага. Так, давай, давай, давай. Так, так, так. Бежим, бежим, бежим. Идем. Хе-хе-хе. Так, они в гараже. Слышишь? Ага. Ух ты! Нифига себе! Вот это я офигел! Так, за мной, короче, котяра гоняется. Я взял кусок мяса и бегу домой. Так, опа. Блин, не то взял, ну ладно. Здорово! Это чувик бегает, смотри. Прям за ним. А! Нифига себе! На ракетку брать, ребят. На F. На F ракетку. Так, я бегу. Эй. Куда? Я практически прибежал. Давай. Быстрее сюда, ну беги. Так, кормим. В смысле ты меня с одного удара? Чё? Нет, не с одного. Нет, с одного. Ты по мне не попадал. Давай, я давай, по тебе давай, каким-то давай. Образом попал. Возможно, ладно. Он стал очень сильным, а? Так, бежим в эту окей. сторону. Оп, блин, еще сюда. Никого покормил. Ой! Давай, лови! Ой-ой-ой-ой, так, тихо, спокойно. Я возьму просто кусочек хлебушка и убегу отсюда. Он убегает! Так, в поезд запрыгиваем. Опа, я уезжаю. Куда она делась? Она нас была в этой лампе. На какой лампе? Кто на лампе? Экспресс знаю, прямо до мышиной норы. Спасибо, поезд. Я кормлю еще одного ребеночка. Так, сюда. И запрыгиваем вновь на поезд. Ё-моё, блин. Так, поехали. Чего стоишь? Давай, да. Алло. Давай, ну, чего? Давай, мочи фига, ну, удара? Я не понял. Да. Нубик, тебя уже второй завалили. Раз поймали. Давай аккуратнее да. там.
О, я поезд! Я не понимаю, у меня с одного удара, блин. Запрыгивай в экспресс, давай, быстрее. Да все, опа. Ладно, я кормлю, все нормально, пока, порядок. Экспресс! Здорово, опа, пока! Так. Я беру новый баллон, ладно. Давай, Нубик, бери новый баллончик. О, блин, кот прямо за мной! Нет, не ловишь ты меня, опа. Я спер буханку хлеба и убегаю. Так, хитрая мышь убегает. Ой, ой, ой. Он меня выронил, блин. Он меня ударил. Нечестно, блин, у меня выронился. Вот так. Опа, все, пока. Нифига не вот так. Кормим. Все понятно с тобой. Все. Фу, о, здесь аптечка есть. Так, я лечусь. Можешь меня поднять, я возле холодильника. Ты что, все что ли уже, а? Ну, походу, блин. Но у меня выпал этот баллон, чертов. Ладно, я иду за тобой, держись! А что ты стоишь возле меня? Опа-да! Так, иди. Так, ну-ка, пошла жара, давай. Давай, фиалка, ждем их здесь. Где они? Да, ага, на кухне. Я понял, ты, так, наверное, окей. Ты, наверное, меня еще на метле! Отстань! А тут ждать надо, нифига себе, Нубик, не, это невозможно. Да. Так, получайте. Я понял, в семье остался один кормилец, это я, у меня еще две жизни, мне нужно попытаться сейчас побыстрее. Ага. Покормить нашего ребята, вам ребеночка. Не кажется, что возле холодильника ждать, но не совсем честно, наверное? Так, мне... Вы хотите говорить, а мы честно, не вы у нас вообще еду воруете. Мы так, не возле холодильника. Мы добываем себе пропитание, мы вообще-то занимаемся выживанием, понятно? А мы занимаемся обереганием дома. Так вот мы не портим дом. Чисто. У меня ничего нет в руках, я бью чисто лапой, а это довольно-таки сложно. Ага, да. Сложно, вон уже стоят возле холодильника, да. Караулят. Фиалка, ну ладно. Он залетел на стол. Я сейчас просто стырю, короче, что-нибудь здесь. Так, тихо. Вот, например, банку, вот это банку, вот. Банку. Ой, да, отцепитесь от меня, отцепитесь, так. Где он? Где, я не вижу. Вот он летит, вот. Тихо, сверху, у него много. Опа, на, сюда, все. Чао, бомбину, банка моя. Опа. Оп, смотри, так кого покормить. Тебя, капец, еле прокормить успел. 45 секунд, возможно, я успею сбегать еще разочек, если они меня выпустят отсюда. Потому что если не выпустят, это будет, конечно, все печально, если честно. Как выйти теперь, а? Че, вы караулить будете, да? Ой, блин, так, ладно. Давай, он опять на стол залез. Спалили. Хлеб взял. Спалили меня. Так, баллончика осталось совсем мало. Быстрее надо. О, я ожил, я возле холодильника. Ага. Ты ожил? Да, я возле холодильника. А так можно? Я бегу, знаю, я успею покормить еще разочек. Все, я покормил. Я принесу чего-нибудь, я возле уже все, Нубик, сижу. 10 секунд осталось. А, ну все, отлично. Выходи, офигеть. Да, иди сюда, Нубик. Я успел накормить всех наших детей и спас семью. Хорошо, нормально. Это был очень сложный раунд, я хочу сказать. И это был последний раунд. Если, ребята, вам понравилась такая игра в кошки-мышки, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте активировать колокольчик. Ну а с вами, как всегда, были мы, профессионал енот, Фиалка, Нубик и Тюбик. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока, друзья. Пока, ребята. Пока-пока. Пока, друзья.